Сегодня Сарфат Иния Умифи – один из ведущих филиалов ядерного университета. Саровский физтех насчитывает более 1000 обучающихся. Для них открыты 10 научно-исследовательских и 40 учебных лабораторий, корпус, общежития. Скоро построят и второй. И это прекрасный подарок для вас, потому что если не будет форс-мажорных обстоятельств, уже в следующем году вы заедете в прекрасное новое общежитие, которое будет укомплектовано по последнему слову. Это будут блоки с кухнями, со стиральными машинами, с микроволновыми печами, с телевизорами. То есть фактически это будут мини-квартиры. У студентов Саровского физтеха блестящие перспективы на будущее. Последние несколько лет растет их востребованность в ядерном центре. У студентов еще во время учебы есть возможность перенимать бесценный опыт ведущих ученых в НИЭФ, которые руководят базовыми кафедрами. Кто руководители или заведующие кафедры? Это, как правило, директора институтов. Это ведущие ученые не просто Сарова. И не просто Россия, это ведущие ученые мира. И эти ученые известны во всем мире, хочу вам сказать. Они наперечет, за ними следят, и им есть чем гордиться. Действительно, это замечательные специалисты, и ряд из них преподает и является прекрасными преподавателями. С самых первых дней учебы в ВУЗе студенты могут принимать участие в различных конференциях и чтениях, получать повышенные именные стипендии и работать в научных лабораториях. Студенты выезжают на практики и стажировки в другие филиалы ядерного университета. Также у них есть возможность участвовать в различных спортивных праздниках, культурных программах, вести насыщенную общественную деятельность. Учеба учебой, наука, работа – это все понятно. Но я вас призываю участвовать в проектах общественных, таких как стройотряды замечательные, вот я сижу, вижу, ребята у вас сидят в курточках стройотрядовских. Это тоже здорово. Участвовать в различных мероприятиях, которые организуют для вас как ваш вуз, так и любые молодежные объединения в городе. Жизнь, она такая, то есть она порой неожиданна и бросает вас туда, куда вы и не ждали. Поэтому будьте готовыми ко всему, развивайтесь многогранно, участвуйте во всем, в чем можете, в чем вам интересно участвовать. Первокурсники САРФТИ – это будущие ученые, инженеры, конструкторы, программисты, математики. Для них открыт целый мир. Они могут выбрать направление, в котором будут развиваться. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.